Ребята, всем привет. Я сегодня буду ломать аллозавра. Ну, я хочу слепить сератозавра, и поэтому мне необходимо нужен пластилин. Во-первых, берем нужные цвета. Просто синий пластилин мне нужен, поэтому я обрезаю нужный. Вот я теперь взял вот этот синий, а теперь пришло время его ломать. Так, начну с лапы. Вот. Вот справился головой. Ну, голову я оставлю, потому что, может, я превращу голову у аллозавра в цератозавра. Как я уже говорил, этой фигурки уже много дней. Я ее лепил в летних каникулах, и она меня уже задолбала. Вот осталось еще немного. Вот он. Ну вот, поломали аллозавра. Вот, ребята, что случилось с аллозавром. Это его все части. А вот это синий, который я взял. Вот он. Ура, много синего. А вот голова. Вот. Я ее оставлю на десерт, кстати. Так, ребята, если вы хотите, чтобы я показал вам мою фигурку тарбозавра пятнистая, наберем 5 лайков. А если хотите обзор всех фигурок, то 20 лайков.